По-домашнему теплая и уютная атмосфера в школе, а за соседние парты глава города – это не несбыточные фантазии юных пытливых умов. Благодаря акции «Письмо мэру» учеников 1-й Десногорской школы появилась уникальная возможность из первых уст получить ответ на свои интересные и оригинальные вопросы. Те ребята, которые написали свои собственные фамилии, я зачитаю, собственно, не против? Нет. Какая ваша мечта, нравится ли вам ваша работа, как вы стали главой города? Ответы на эти и другие вопросы позволили совсем иначе взглянуть на высшее должностное лицо. В этом году исполняется 10 лет, как я работаю в муниципалитете. 6,5 лет я отработал директором муниципального бюджетного учреждения службы благоустройства. Потом был депутатом Десногорского городского совета, избирался. Андрей Шубин не в первый раз знакомится с вопросами ребят. Но проводить с молодежью такой круглый стол – подобная практика в нашем городе впервые. Школьники Десногорска – это сотни самых разных вопросов. Иногда простодушных и умилительных, а иногда по-взрослому серьезных. Я их все зачитаю? Сколько там? Значит, я просто зачитаю даже те, которые не видели. Тем не менее, Андрей Николаевич постарался ответить на все письма и показать себя с новой, непривычной большинству стороны. Кем вы хотели стать в детстве? Ну, военным? Ну, может, наверное, да. Где-то, может быть, хотели стать там, моряком или летчиком. Ну, так чем получилось, ну вот, немного было на другое направление. Ребята интересовались не только личной жизнью главы, но и будущим развитием города, его инфраструктурой и комфортом. И часто мечту ребенка можно исполнить в самом скором времени. Я написала письмо мэру. Я очень рад, что не все мои желания исполнились. Я написал, чтобы мы покатались на велосипедах, и оно тоже исполнилось. Пописал, чтобы встретиться с мэром, оно тоже исполнилось. Когда мне рассказали про то, что к нам может приехать мэр и ответить на вопросы, я сначала не поверил. Ну, потому что постоянно мэр может занят быть, и вряд ли к нам кто-нибудь приедет сюда и ответит на наши вопросы. Но это сбылось, это очень хорошо, и сегодня он ответил на наши все вопросы. Было интересно, и надеюсь, это все воплотится в реальность. Судя по взаимному удовольствию от общения, подобная практика обязательно будет продолжена. Алекс Лавьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.